Вы понимаете, насколько вами легко управлять? Вам любую новость подсунуть можно. Любую. И 99% поверят. Всем привет. Вчера опубликовал вот такое видео с интервью с Владимиром Юрьевичем Шуманиным. Мы выясняли конкретные причины, почему хотят поменять Конституцию. И под этим видео мне оставили комментарий, что Конституция уже принята. Мне об этом сообщил Ленур Усманов. Прислал такое видео, где он рассказывает, что есть видео, что якобы в какой-то из библиотек, в каком-то из магазинов уже присутствует Конституция по состоянию на 20 февраля 2020 года. В этом женщина показывает только обложки, и на главной странице, на обложке написано, что редакция 2020 года на 20 февраля, но не показывается сама Конституция и именно 15-я статья. Вот мы видим, чуть-чуть мелькает Конституция на 2020 год. Вот это не показывается, что она изменена. Изменены только кодексы. Саму Конституцию с поправками я не вижу. Только кодексы. Я тут вижу два варианта. Первый – это то, что утверждает Ленур. Уже издали новый вариант Конституции от 20 февраля 2020 года вместе с поправками. Но почему нам не показывают? Вот смотрите, на 2 февраля 2020 года. Еще один гражданский кодекс на 20 февраля. Земельный кодекс на 20 февраля. Таможенный кодекс тоже на 2020. Административное судопроизводство. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. А вот она, Конституция. Она чуть-чуть мелькает, да, на 2020 год. Но тут не видно даты. Вот она расплывчатая. Невозможно поймать. Это Гражданский кодекс. Но, в общем, Конституцию здесь не показывают. И тем более не открывают первую страницу. И особенно те страницы, где указана дата публикации. Дата выпуска в тираж. То есть вот этот вариант я вообще не рассматриваю. Да, вам показывают конфетку, вы видите красивый фантик, вам говорят, вот она конфетка. А внутри конфетки вы не видите, вам не показывают внутренности, что там нету 15 статьи или что там вообще какие-то поправки есть. Ну и второй вариант, это просто переиздали предыдущие издания, их обычно публикуют, да, проходит там 2-3 месяца, и они только потом поступают в продажу. Соответственно, скорее всего, данные издания были подписаны в тираж намного ранее. Мы проехались по городу Сургуту, заехали в три книжных магазина и в городскую библиотеку. Нигде мы не нашли книжек вот с такой вот надписью, что актуально на 2020 год. Вот эти три книжки мы нашли, и мы их, естественно, открыли и почитали. Все они были изданы намного ранее, подписаны в печать 5 ноября 2019 года. Это 28 октября 2019 года. А это 13 августа 2019 года. То есть это все старые издания со старой редакцией. Мы даже заехали в Сургутскую библиотеку, где нас чуть снегом не присыпало на входе. Но об этом отдельное видео есть. И нам показали даже вот такой вариант Конституции. Очень красивый. 2014 года. Видим, да, тираж. Хоть написано 2014 года, а подписано в печать 16 октября 2013. То есть намного раньше сдается в тираж. Ну и, соответственно, открываем. Вот то же самое мы и делали вот с этими тремя книжками, ну и с другими тоже. И везде было написано, что применяется правило международного договора. Вот в этих книжках тоже самое написано, хотя вот здесь написано, что актуально на 2020 год. Так что вот это видео, что Конституция уже принята с поправками, и она уже доступна в библиотеках и в книжных магазинах, это все фейк. Ребята, перепроверяйте информацию. Я очень удивлен, что и Консерва, и Ленур Усманов, не разобравшись в ситуации, выпустили подобные видео о том, что Конституция с поправками уже доступна в продаже. Конечно, можно допустить вариант, что они издали с поправками, ограниченную партию выпустили и потом ее везде убрали. Ну, возможно, но вы так покажите видео, покажите, где вы вот так вот открываете книгу и видите, что там есть реальные изменения.
Вот это вот 15-я статья, часть 4. А еще больше удивляет реакция народа. Вам реально подсовывают фейк, вам говорят громкий лозунг, ничего, почти ничего не показывают, только обложку. Никогда издано в тираж, ни внутренности, ни одной статьи, ни одной поправки не приводит. И вы всему этому верите. Не просто верите, вы еще и репостами забиваете все чаты, все комментарии ко всем видео. И используете данное видео, данную информацию как экспертное мнение, как истину. Не перепроверив, даже не задумываясь, так оно на самом деле или нет. И никто из вас не удосужился заснять подобное видео, сходить в ближайшие магазины, убедиться, что нету никаких поправок, или наоборот они есть, то есть перепроверить информацию. Никто из вас даже шага ни одного не сделал, ни одного действия, чтобы перепроверить данную информацию. Вы понимаете, насколько вами легко управлять? Вам любую новость подсунуть можно, любую, и 99% поверят, не перепроверив и даже не пересмотрев видео. Задумайтесь, народ, что вы делаете. Так что миф разрушен, вопрос закрыт. Всем благодарствую.